Вы тоже это чувствуете? Махеев. Ну а спонсором сегодняшнего замечательного ролика будет мой таксопарк по подключению в Яндекс.Такси, таксуем на Майбахе. В моем таксопарке крутая команда, в которой ты точно не будешь один. Ты получишь круглосуточную техническую поддержку, готовую помочь тебе в любой момент. В таксопарке низкие комиссии, моментальные выплаты. Заработал, сразу же получил. А также крутая реферальная программа. До 20% от комиссии парка. Для самозанятых отдельная бонусная программа. Привел друга, получил 1500 рублей на баланс. Наша техническая поддержка работает 24 на 7 и готова ответить на любой твой вопрос. Также ты можешь самостоятельно скачать приложение в App Store, App Gallery или Google Play. Вводи промокод Maybach и получай неделю без комиссии парка. После меня это все, что возьму я с собой. Ребятушки, всем привет! Сегодня 2 августа, время 23:40. Я сегодня прилетел с Турции или из Турции, не знаю, как правильно сказать. Находился там всего лишь 4 дня с последней смены, которую отработал в пятницу и субботу. И в воскресенье рано утром я полетел, погрелся на солнышке. Это был первый раз мой. В 34 года первый раз я слетал в Турцию. Дорого все, да, если покупать продуктовых на улице или каких-то других местах, там пачка сигарет $9, не знаю, мне не с чем сравнивать. Лучше быстрее перейдем к ролику. Здравствуйте, а пропуск заказывали? Посмотрите, пожалуйста, 929. Как вы поняли, для меня заказали пропуск. Пассажиры позаботились. Это очень круто. А то бывает, знаете, указывают заезды, типа заезжайте, а потом занимайся сам этими пропусками и прочим. Здравствуйте. Здравствуйте. Да блять! У вас вроде написано, сами двери откройте, правильно? Конечно, конечно, да. А да нет, там... он там в телефоне. А. Нам не нужно двери открывать. Я просто мы, смотрю. Мы... У нас все нормально, все. Здравствуйте. Итак, у нас второй заказ ресторана Ля Море. Совсем коротенький, на Новый Арбат. По прямой, наверное, 700 метров пешком пройтись. Это, кстати, Евгений, блогер. Я устраиваю челлендж у вас этот, в канале. Какого максимального вам чаевыпки оставляли? Ну, слушайте, это, наверное, поездка в Питер, когда была, там оставили. А сколько? 20. Александр, я думаю, надо исправить. Будем перебивать. Да я думаю, не стоит. Да не надо. Я просто всегда смотрю, мне когда очень грустно или очень весело. Мне неудобно как-то. А, неудобно. И вам будет. 25 тысяч. Можно уже не работать сегодня, что ли? Ролик заканчивается. Все. 2 минуты. Чуть не понял. Что, прикалываешь, что ли? Че, блядь? Блин, ребят, ну у меня вот просто слов даже нету, типа 2070 рублей заказ, 25 тысяч рублей чаевых. Это просто капец.
чела. Я бы их вызвал. Ну а как? Я помню, как-то видел, да? Давайте нас в Питер везите. Так, нам надо что-то до Серега поцеловаться, чтобы нас видео заснять. Не, не надо. Точно не надо. Не, ну вы что? Я не согласен, блядь. А что ты хотел? Мне надо отбить поездку. А у вас сколько подписчиков? 800 тысяч. 800 тысяч, так. Тогда надо целоваться. Нет, точно не надо. Два хот-дога, киндер Буэна. И сэндвич. И сэндвич еще с кукурузой. 1800 рублей. Сколько нахуй? Почему много отмен? Потому что люди узнают. То есть они делают заказ, видят, что к ним приедет твой майбах и твоя фотография там, да? И такие, я с ним не поеду? Ну да, очень много отмен, просто жесть. Можно я поем и перестану снимать? Можно, Стас, кушай. Сами написано откроют. Ребята, здрасте, куда сошли? Это я вас нашел. О, круто! Я же написал, чтобы не открывали. Ну, я извиняюсь, в следующий раз не буду. Спасибо. Вам здесь? Да, в одном. Только с левой стороны вот осторожно. Не, попробуй. Не, с левой стороны, я говорю, осторожней там. Я могу помочь, если чтобы не ударить. Все, можно уходить? Спасибо. Можно, да. Спасибо. Да. Счастья, здоровья. До свидания. Ярик! Блядь, Ярик, пиздец! Тема такая с дверьми, она немножко напряжная всегда. Очень часто пишут, открою дверь самостоятельно, да? В основном это делают парни. За что вам огромное спасибо. Но бывает, эти парни заказывают автомобиль не для себя. И эта кнопка «Откроем дверь самостоятельно», она как бы остается. И люди иногда, бывает, ждут. Я периодически смотрю, даже когда заказ попадается с кнопкой «Открой дверь самостоятельно», иногда люди как-то медленно идут к машине. И когда медленно они идут, как-то вроде выходишь с целью того, что, ну, помочь вам там открыть дверь или нет. Сейчас попались такие принципиальные парни, которые, ну, я же написал в комментарии, открой дверь самостоятельно. Сейчас заказ, конечная точка на Тверской улице, где вот с левой стороны летят машины. Прям, знаете, как бы, нет-нет, мы сами, но в этот же момент ты понимаешь, что там машины летят. Вроде говоришь, да, можно. Если в этот момент кто-то снесет дверь, то вот эти слова «я можно», то есть пассажир не будет виноват в этом случае, если там снесут дверь. Короче, такая тема не очень приятная, не знаю даже, как объяснить. Рабочая, точнее, вот. Заказ отменен. Наши пассажиры уже просят подавать им Зикр или Лисян. Майбахи надоели. Ну, я принимаю такие заказы, так как если часто-часто отменять, и вообще могут отключить от заказов на какое-то время. Так что проще принять, и пассажир сам откажется от него. Машины? Такого года? 10 где-то сейчас. Но она и стоила новой 10. То есть со временем не упало ничего. Если новую брать совсем 23-й Майбах, то там и по 30, наверное, стоит она. Скажем так, карта желания. Ну, смотря кто за рулем будет ездить, я не знаю. За Майбахом? Почему? Подрабатывать в нем? Здравствуйте. Вечер. Вы уже узнали, я сразу понял. Да, сразу. Издалека уже по лицу узнаю, кто узнал, кто нет. Мы вообще из Брянска. Первый раз просто вот решили покатиться. Вы работаете здесь, да? Да, не, я не работаю сейчас. Так, а можно сразу чаевые? Не, мне чаевые не надо, ничего, я не буду брать. А, за поддержку канала. А? Поддержка канала. Ничего страшного, нормально. Вы лучше за меня это там с друзьями выпейте и все. Нет, я не буду брать чаевые с ребят, со студентов. Они добрые, хорошие. Ну, блин, они сами еще не встали на ноги. И просто хотели, типа, отблагодарить за контент, но не надо.
они еще придут, эти чаевые. Ребят лучше пусть на них погуляют. Ходячие мертвецы. Ну нахер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово, здорово, как ты? Нормально, я с клиентом. Респект тебе, да. Спасибо. Респект тебе, да. Спасибо. Бля, ты красавчик, я. Ну, вот лучше просто. Спасибо. Дальше тебе попросил. Спасибо. На Ленинградский, да? Да. Видел вас в Ютубе, кстати. Да, у меня вот прям 5 подряд человек уже. Популярный, конечно. Да. Вы без девушки один? Да, один. Да какие сейчас девушки? Из девушки такие, что даже не хочется с ним уезжать. Ну вон, смотри, слева. Жесть какая-то. А, мы с ней вот как раз и были, ужас. 13 лет ей, представляете? 13? 13. Да, ебать его в рот, блядь.